Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Важко здивувати нас власне існуванням безлічі організацій, які займаються зоозахисними питаннями. Проте наша сьогоднішня гостя представляє організацію, яка, ну, в принципі, навіть для мене, якщо не здається якоюсь радикальною, то принаймні займається речами, якими поки що не займався в нашій країні ніхто. Я з великим задоволенням представляю нашу гостю Аделіна Локойда, представниця міжнародної зоозахисної організації Open Cages. Добрий вечір, пані Аделіно. Доброго Open вечора. Cages – це відкриті клітки. Відкриті клітки, так. Да. Мова йде про тих тварин, які знаходяться, власне, я не можу застосовувати юридичний термін неволя, ну, але фактично це так, так? Тобто це не свійські тварини, це не тварини, з якими ми десь там гуляємо у дворах і так далі. Не собачки, не коти, а хто? В отличие от большинства зоозащитных организаций, как вы сказали, мы занимаемся не домашними животными и даже не дикими животными, которые содержатся в цирках или дельфинариях. Мы занимаемся именно фермерскими животными. То есть животная промышленность вся, от яичной индустрии, молочной до мясной. Мы международная организация, которая появилась уже 7 лет назад. Но в Украине она существует только 2 года. Но уже за эти 2 года мы удостоились ежегодной премии эффективной работы против жестокого обращения с животными в животной промышленности. Open cages, то есть открытые клетки, как бы наталкивает на мысль о том, чем именно мы занимаемся. Мы занимаемся борьбой с плохими условиями содержания на фермах яичной промышленности, где курицы содержат так называемое батарейное содержание, когда в одну клетку помещают огромное количество птиц, максимальное, и там они беспрерывно несут яйца. Им очень тесно, они лысеют практически сразу. Когда их туда отправляют, им обрезают клювы и когти, чтобы они друг друга не травмировали. Такое задержание запрещено в большинстве стран мира. То есть яйца, которые получают потребитель, имеют маркировку, которая свидетельствует о том, что курицы содержались вот на открытом пространстве. И так человек может выбрать себе продукт более этичный, чем мог бы он быть. Я припрошу ті речі, про які ви кажете, оці обрізання там клювів і так далі, це, ну, це стандарти. Це стандарти? Це стандарти. Іменно проблема в тому, що це стандарти содержання животних фермерських, іменно такі. Вони буквально з рождения. Начинается цикл смертности, как бы. И почему именно мы занимаемся фермерскими животными? Потому что смертность, именно смертность не от забоя на пищу, а именно смертность в процессе изготовления продукта достигает миллиардов. То есть мы теряем большинство животных, заставляем рождаться для наших потребностей. И мы сейчас, в данный момент, направлены на то, чтобы снизить именно потери в этих сферах, этих животных, чтобы условия улучшились і потери сократились. Я все ж таки не зрозумів. Мова йде про те, що існують певні стандарти виробництва, да, певні документи, які дозволяють або навіть, да, регламентують, да, ці процедури, именно, про які ви, да, кажете, і, да, умови утримання тварин. Да. Я знаю, що є закони, які стають на захист тварин, хоча я, чесно кажучи, не впевнений, що вони стосуються власне тварин, які використовуються вот в тому самому птахівництві. Верно. Так, вони верно розповсюджуються. Верно. Ви все правильно говорите. Є Конституція України, закон України о жорстокому обращенні животних, де чітко прописано, що нельзя причиняти
страдания животным, нельзя издеваться над ним и так далее. Но именно тот пункт, что это относится только к определенным животным, то есть домашним, лишает ответственности производителя. И мы напрямую идем к ритейлерам, к поставщикам, к производителям и требуем повысить эти стандарты до европейских, до тех стран, которые уже дошли до open cages на международном уровне, где запрещено жестокие обрезания и все остальное. То есть курочки живут на воле. Это обычный огромный двор. Но и там есть свои недочеты, но пока что это первый шаг на пути к гуманному обращению с животными, на которых ми рідко звертаємо внимание. А вас взагалі слухають виробники? Я да. Просто ви да. кажете про етику, а там гроші, там все втрата. Верно. Все верно, но ми стимулюємо потребителя требувати как бы хороших стандартах. То есть мы современное общество, каждый из нас стремится к самому лучшему, к самому современному. Мы хотим, чтобы наши дети питались здоровыми продуктами, чтобы у нас было здоровое будущее. Поэтому мы стимулируем такие большие ритейлеров и производителей отказываться полностью задокументированно от этого. Вот, допустим, всем известный Данон, он отказался от использования яиц, которые не cage-free. Mm-hmm. Они заключили контракт с организацией, и теперь они обязываются закупать только этичные яйца. А пересічні, я маю на увазі, просто, ну, звичайний покупець, який приходить в супермаркет, як він може з'ясувати це яйце, воно в яких умовах отримано, і, власне, чи відповідає це його етичному маркуванню? У нас ще немає таких стандартів, по которым бы мы могли верить, а не просто как реклама курочки счастливые на травке. Мы к этому все привыкли, и, к сожалению, нас обманывают. То есть за границей, как я уже сказала, есть стандарты cage-free, потом, ну, и несколько разных там у них стандартов, а у нас таких стандартов нет. И именно за это мы боремся сейчас, чтобы практически все или даже все осознанные ритейлеры и поставщики перешли на более здоровое производство. А ви кажете, що ви боретесь за це? Якими методами, яким чином? Є величезне лобі промислове, да. І Україна одна з найбільших країн, так? Ми напряму працюємо, ми приходимо напрямую к самым главным людям, которые занимаются продажами, перепродажами, и ведем с ними беседы. То есть несколько лет мы можем вести эти беседы. Но вот за всего 2 года уже Данон и еще несколько компаний отказались. И сейчас мы работаем с Ашаном, чтобы он наконец-то отказался тоже от использования негуманных продуктов и не cage-free. Це ви приносите им цю інформацію, або вони знають просто, як це? Они знают, но у них нет стимула. То есть мы стимулируем их улучшать производство и улучшать стандарты ради животных и ради людей, которые это потребляют. Вот так вот. Мені важко уявити цю розмову, коли мова йде про реальні, скажімо, доходи, про реальні вигоди від виробництва, а ви кажете все ж таки про етику, це да. зовсім іншого порядку, іншого там ступеню доводи. Но люди сейчас имеют доступ к этой информации в большом объеме, и среди моего окружения, и вообще я вижу тенденцию, люди стали обращать внимание на то, что они потребляют. То есть это культура осознанного потребления. И они стимулируют производителя тем, что отказываются потреблять неэтично. Многие люди отказываются, и это работает. Я не згадаю організованої якоїсь акції, щоб там, не знаю, там зібралось 10, 20, 30, 50, 5 тисяч людей, сказали, що ми не купляємо, або підписали би якусь там петицію, що ми не купуємо цю. І, до речі, не можна ж зрозуміти, власне, немає ні списку виробників, хто як виробляє, немає маркировки, про яку ви кажете, так що це open cage, да, або ні, но так? Ми над цим працюємо. Ми іменно працюємо шаг за шагом на просветительскую работу, популяризацию растительного питания, чтобы люди максимально отказывались комфортно для себя, для своего здоровья от продуктов, которые им вредят и которые вредят животным. Вот тут мы вступаем на такий шлях трохи, я б сказав, шлях протиріч, тому що я розумію вашу логіку, да. І ви, напевно, йдете до того, щоб взагалі відмовлялися люди від споживання
продуктів тваринництва. Але ж насправді, ну, це зробити в наших реаліях практично неможливо. Більш того, напевно, що, ну, не так багато людей хочуть це робити. Много хотят. Для этого у нас есть Vegan Challenge. Это 22-дневный бесплатный курс веганского питания, полноценного для человека, чтобы он комфортно для себя перешел на растительное питание, попробовал альтернативы, которые могли бы ему понравиться и которые бы он, исходя из этого, мог бы отказаться. И получается, что мы даем практически всю информацию по здоровому питанию, которая берется из научных работ, которая берется с международных конференций по здоровому и веганскому питанию. Мы даем даже рецепты на каждый день, мы подсказываем людям, где, как это купить. У нас есть менторы, это люди, веганы с большим стажем в веганстве, от полугода до 8-10 лет. И эти люди могут взять себе персонального ментора, который будет помогать им абсолютно бесплатно разбираться в веганстве комфортно и со здоровьем для себя. Там есть даже курс и для беременных женщин, и кормящих женщин, и для детей. Даже, ну, это полезно даже просто для мам, которые знают, что у многих детей непереносимость есть разных продуктов животного происхождения. Вот, так что и каждый месяц к нам присоединяется все больше и больше людей, и я приглашаю вас, это каждого первого числа открывается на Фейсбуке группа, в которой мы даем всю информацию. Так что... Знов таки скажу, що не впевнений, що так вже й багато людей зараз приєднається. Ну, хоча, може, часи змінюються, але все одно є національні традиції. Є знов таки, ну це, скажімо так, школа веганів, веганського там харчування і так далі, але є і така сама школа, і більш, напевно, що потужна, із більшими доводами, там резонами і так далі, щодо споживання якісної, окей, органічної там і так далі. Але все ж таки їжі тваринного, так, походження. А знову ж, у нас нету маркировки, що ми узнали би, що це прямо фермерське або екологічне. Поэтому тут тоже, как вы мне сказали, так я вам говорю, что нельзя знать точно, какой продукт. Так как этот продукт не растительный, а животный, он имеет, ну, свои свойства, как бы, и негативные, и позитивные на организм. Мы просто предлагаем альтернативы. И я хочу обратить внимание еще и на последствия, как я говорила, производства. Это экологическая сторона, которую нельзя не заметить. Я думаю, по всему миру уже многие обратили на это внимание. Это загрязнение экологии именно фермерскими учреждениями, так как животные в тех количествах, которые выращиваются, выделяют огромное количество метана в воздух и огромное количество отходов. И так как это не только пока их цикл жизни идет, а еще на промышленности тратится огромное количество пресной воды, огромное количество энергии. Поэтому мы считаем, что голод на планете – это тоже очень важная проблема. И чтобы вырастить 1 килограмм мяса, необходимо в среднем 20 килограмм урожая. Это зерно, это может быть что угодно. И 1000 или около галлонов воды. То есть это пресная вода, это очень важный ресурс. Это пища и пресная вода. И получается, что этот продукт слишком дорого окупается нашему будущему. И тем людям, которые голодают от недостатка пищи. Вот, поэтому мы и предлагаем взглянуть на растительное питание как на отличную альтернативу обыденным нашим привычкам и традиціям. От я не знаю, якщо людина все ж таки відчуває голод, то на що б вона більше погодилась або на рослинну їжу, або на добрячий шмат м'яса, чесно кажучи. Ну, от мені зараз 23, і з 15 лет я веган, осознаний. Вот. Я начала готовить самостоятельно, и, в общем, никаких проблем с этим нет, потому что
по энергоемкости и белковости, а альтернатив растительного питания очень много. Это много круп, много бобовых. Я думаю, каждый видел на полках магазинов это. И на самом деле, если задуматься, то мясо, молоко и яйца – это всего лишь три продукта, а все остальное, что мы едим, это веганское. Получается. Ну, і... певною мірою, я би сказав, все ж таки хліб це теж, або там, не знаю, сири і все інше. Состав різний, а сири є і веганські. Mm-hmm. Вот ми, у нас є така програма, теж направлена на соціальну роботу «Здорово їмо». Ми йдемо в ресторани і спілкуємося з ресторанами, щоб вони розширяли більше веганських позицій. Чтобы было больше растительного питания, интересных блюд. Мы помогаем составлять им их меню и тоже стимулируем их к этому. Так что культура растительного питания набирает обороты сейчас во всем мире. И мы бы хотели, чтобы люди в Украине тоже могли иметь свободный доступ к этому выбору. То есть каждый должен иметь выбор, и мы хотим дать этот выбор. И, конечно же, возвращаясь к животным, мы хотим будущее, в которой моральные ценности будут расти, а не потребление будет расти. Вот как-то так. Ви вірите в те, що, власне, ми можемо в найближчій перспективі відмовитися від споживання тієї самої курятини, того самого там м'яса свинини, власне, сало, українська національна традиція. Ви вірите? Я, да. Если бы я не верила, я бы не пришла сюда. Я искренне верю, что каждый из нас может сделать выбор осознанный в сторону лучшего будущего. Вот что я могу сказать. А свой личный выбор я уже сделала. И просто делюсь этим опытом. Ви спілкуєтеся з дрібними фермерами. Я зрозумію, що все ж таки виробництво яєць, птахівництво взагалі, це більш крупний бізнес, так? Є безліч дрібних фермерів, які свою продукцію безпосередньо, скажімо, до супермаркетів, до ресторанів і так далі, маркують її як екологічну продукцію, маркують як органічну продукцію, вони її постачають. Там, напевно, що інші зовсім умови. А ви кажете, в принципі, про всю фермерську тварину як таку. Ми проводимо розслідування. Наши люди, ребята, девочки, мальчики идут на производство, устраиваются на работу и снимают тайные видеосъемки, которые мы выкладываем на своей страничке в Инстаграме Open Cages. Вы можете легко нас найти и посмотреть на обратную сторону производства на мелких фермах Украины, таких как гусиная ферма по производству фуагра. Ну, фуагра, то зрозуміло, там, в принципі, технологія така, вона жорстоко вважалася, здається, що навіть у 19 столітті там всі жаліли тих нещасних птиць. Ну, а те ж саме, не знаю, корови, там, кози, ну і так далі, і так далі. Виключаючи момент, власне, забиття тварини на м'ясо і так далі, це зрозуміло. Це складова технологічного процесу, так, шкода тварину, ну, але все одно люди на цьому будують свій бізнес. Утримування тварини, як з цим взагалі обстоїть справа? Ну, многие животные подвергаются жестокому обращению, потому что к ним относятся не как к личности, а как к вещи, и считают, что они ничего не чувствуют, поэтому то, как их грузят, то, как их выгружают, то, где они живут, в каких количествах, даже на маленьких фермах это плохие условия, потому что хорошие условия стоят больших денег, чем плохие. Ну, а це не перебільшення все ж таки вважати свійську тварину особистостями, так? Ні. Ми знаємо множество біологів і тіреологів, які общаются с животными на протяжении многих-многих лет, строят с ними отношения, ведут записи, считывают мозговые импульсы, наблюдают за привязанностью. Мы все одинаковые, у нас есть разные способности, у нас разные тела, но все мы чувствуем одинаково абсолютно. И чувство любви, чувство привязанности, дружбы, заботы – все это присуще каждому живому существу. И неважно, родилось оно на ферме по чьему-то желанию или это дикое животное, они никак не отличаются. Я сама
с детства практикую опыт с животными психологии, вот, и я на своем опыте знаю, что каждое живое существо чувствует любовь и привязанность, страх и не хочет умирать, что самое главное. То есть нет гуманного способа лишить кого-то жизни, особенно беззащитных, невинных животных, которые в возрасте забоя обычно это даже негодовалые животные, то есть это дети. Щодо гуманного, я не можу сказати про тварин. Я знаю, що є визначення щодо смертної казні відносно людей. Звісно ж, гуманне – це швидке та максимально безболісне. А наскільки мені відомо… Ні, такого нету. Тобто, оглушення – єдинственний спосіб. Він не дає животному двигатися, але воно продовжує чувствувати, коли йому перерезают горло, как бы оно продолжает чувствовать. И это все можно снова же посмотреть. Я не хочу подробности рассказывать, потому что, возможно, нас смотрят дети. Я призываю просто обратить внимание, посмотреть видеоролики, которые мы предоставляем, чтобы оценить самостоятельно. То есть со слов, конечно, я понимаю, что мы все привыкли к рекламе, где животные счастливы, где мы не хотим их обижать. Каждый из нас никогда бы в жизни не причинил боль осознанно живому существу. Но нас обманывают. Именно этот обман мы хотим раскрыть. Именно с этим обманом мы боремся и с помощью работы напрямую с поставщиками. Як вас знайти тим людям, тим, можливо, волонтерам, які захотять з вами співпрацювати, можуть стати вашими агентами? Ви сказали, що у вас там якийсь дослідницький. Да, можна волонтером стати. Я волонтер. Є і робота в організації, так як це международная, она, мы филиал международной организации Open Cages, она есть в 7 странах, это Великобритания, Эстония, Литва, Беларусь и так далее. И как бы у нас есть программы, которые мы разрабатываем вместе с международными компаньонами, организовываем разные фестивали, и к нам можно легко очень присоединиться, заполнив анкету, написать в Instagram Open Cages или на Facebook Open Cages UA, и мы дальше расскажем вам, что делать и чем мы занимаемся, и чем вы можете помочь или как. Пані Аделіно, у вас дуже непроста справа і дуже серйозні виклики, я б сказав. Звісно, що бажаю вам успіху. І дуже дякую за те, що знайшли час і прийшли сьогодні до нас в студію. І дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасливо, до побачення. До побачення.